листья, как бы у меня там оттуда, и немножко можно потереть, снимать, если что. Для меня особого предмета нет. Я люблю черный сапог. Число 13 меня слушаю, не пугает. Все, что с ним связано. Поэтому я свободен от всех. Если есть какие-то вещи, которые, например, да, я бы, например, не рискнул бы не соблюсти, скажем так. Например, это относится к очень известной традиции. Каждый экипаж перед полетом смотрит, независимо от того, сколько он раз посмотрел и насколько хорошо, там уже практически наизусть знает. Один раз экипаж нарушил традицию, например, не стал смотреть перед пуском белого солнца. Это был единственный случай в пилоте космонавта, когда случилась авария на стартовом столе, был взрыв носителя, экипаж остался живым благодаря работе системы аварийного. В дальнейшем с каждой из членов этого экипажа выполнили свой космический полет. Но тем не менее, после этого случая ни один экипаж не рискует пропустить просмотр. Дебора зовут пустыни, и я думаю, что еще многие десятки лет все будут его смотреть с удовольствием. Включая наших зарубежных партнеров, которым мы тоже предлагали не смотреть, например, с белого солнца пустыни, на что каждый раз получали категорический отказ, желание посмотреть его вместе со всеми. Спасибо.